Сегодня мы пообщались с руководством завода Nushredder, завода большой бельгийской компании. Это один из лидеров как Европы, так и мира по наружному освещению. Завод находится в Тернополе, это один из их заводов, вот, с достаточно большим опытом этой работы. Мы видели те светильники, которые выпускаются на заводе в Тернополе. Нам сегодня показали вживую несколько экземпляров, а также мы ознакомились с опытом этой работы, этой компании, и где эти светильники сейчас уже светят в мировых и европейских городах. Это такие города, как Вена, Лос-Анджелес, Тбилиси и так далее. Вот. Безусловно, опыт это колоссальный, безусловно, это качество светильников наверняка хорошее, но оценку этому еще дадут специалисты. На сегодняшний день очень большое это количество светильников в Одессе еще натриевые, то есть, ну, как минимум, это не экономно. Вот, поэтому как раз и это тоже нам пообещали в этом помочь специалисты завода совместно с департаментом экономики города. Мы их задействуем тоже и совместно со специалистами Горсвета и департамента городского хозяйства. То есть мы это получим тот период, за который окупится полностью замена наружного освещения в городе. То есть если мы это поменяем, то освещение в городе, которое есть на сегодняшний день, на более современное, на более качественное и на более экономное, это какой период это окупаемости. Эти данные мы тоже это получим от наших коллег, и это получим абсолютно бесплатно. Хотелось бы отметить один из самых важных моментов, которые мы это получили в результате сегодняшней встречи. Это компания Nushredder с помощью своих специалистов абсолютно бесплатно в подарок городу сделает Одессе паспорт вечерней Одессы. Мы это назвали так. То есть это паспорт наружного освещения города. То есть нам дадут рекомендации по тому, как должны быть расположены светильники в городе, как должны быть расположены опоры. Мы говорим о полном покрытии города наружном освещении, качественном покрытии в первую очередь. Вот. Качественном, безопасном и современном. Поэтому я думаю, даже это уже большой результат в условиях это в дальнейшем нам это поможет, это работать над освещением нашего города. Приезд в наш город представителей фирмы Nushredder, а именно директора завода Nushredder, директора Nushredder Украины и регионального менеджера в наш город очень своевременно, потому что с фирмой Nushredder город работает очень давно. Последние 5 лет мы ставим в городе только светильники фирмы Nushredder, которые показали, что являются лучшими из того, что представлено на рынке Украины, да и, в общем-то, на мировом рынке. Считаю, что город Одесса достоин иметь самое лучшее освещение. И идя как бы в ногу со временем, мы начинаем переходить массово на светодиодное освещение и хотим применять светильники тоже фирмы Nushredder. Лучшие свои образцы наши гости сегодняшние привезли. Сегодня будет встреча с руководством города их. И по итогу этой встречи я надеюсь, что город Одесса получит на достойных условиях и по хорошей цене действительно лучшее европейское освещение и лучшие европейские светильники. Nushredder – это бельгийская компания.
Є вона в 45 країнах світу. Є 7 заводів по світу, і один з найбільших заводів є в Україні. Він тут вже з 90-го року, тобто ми вже багато років працюємо. Багато років робимо світильники, зробили вже більше мільйона штук. В основному це світильники йдуть на експорт, але також багато ми останніми роками почали продавати, постачати світильники на українські міста, і зокрема Одесу. От. Зараз ми приїхали, скажімо, спеціальною пропозицією. Тобто у нас вийшла нова лінійка світильників, які, скажімо, набагато кращі по всіх характеристиках. Тобто ми маємо велику економію, якщо порівнювати з традиційними світильниками. Набагато менше треба ресурсів, щоб його обслуговувати, тобто не треба ніяких інструментів, ні нічого. В Одесі в нас вже є досить успішний досвід. Ми маємо, скажімо, якщо приїхати з вулицями Одеси, ми маємо дуже багато нашої продукції, і, наскільки я розумію, всі задоволені цим. Чому хочеться в Україні? Тому що у нас 95% експорт. Ми зараз закінчили реконструкцію Відня, тобто всі світильники в Відні зроблені на заводі «Шредер» в Тернополі. Ми робимо світильники по цілому світу. І зараз якби треба ставати менш енергозалежними. Відповідно, світильники «Шредер» можуть допомогти Одесі. Перше – це заощадити кошти. І так само вони будуть таким дуже вагомим фактором для безпеки. Відповідно, якщо, я думаю, ковід закінчиться, туристи прибудуть, і вони будуть безпечні вулиці, приємні для життя.